девчонки, привет! Начинаем новый влог. Сейчас мы зайдем с вами в Магнит Косметик. Здесь я, кстати, ни разу не была. Шкода. Класс. Тут, по-моему, вся продукция, тут эко. Тут средство мне нравится. Это стекол 2 за 79. Не знаю, так, в принципе, его только для посудомоечной машины, для плит. Моющее средство просто отдельно 69. Вот это я прям люблю. Для специй. Девчонки, я опять случайно оказалась у еще одного Магнит Косметика. Это у нас Антона Овсиенко, 18. Сейчас зайдем с вами посмотрим. С погодой такая сегодня вроде жарко, но в то же время пасмурно, но при этом душно. В общем, какие-то странные перепады такие. Так, сейчас зайдем. Тут я тоже еще ни разу не была, даже во время распродаж. С ними прям такие эксклюзивные Магнит Косметики для меня. Так, идем. Спасибо, пока посмотрю. Бальзам тебе надо еще посмотреть. Иди пока посмотри, может, есть тут такой.
Девчонки, зашли мы в магнит косметик, посмотрели, ничего там интересного такого нет из аромата. Единственное, меня очень удивило, что там есть косметика в этом Wild. Я ни в одном магнит косметике еще не видела. А Девар, кстати, на удивление, нет ни в одном, ни в другом. Возможно, как-то ассортимент меняют. Ну, по парфюмам, в принципе, ничего интересного. Поэтому вот. Ну, может быть, кому-то там что-то и понравится. Спрашивали меня про Серж Тачини Клаб, и вот там не было тестера. Так, теперь я в Фикс Прайс зашла еще. Хочу глянуть, что здесь интересного для фото. Или декорации, фотографии. Что вот такое интересненькое, видите? Так, девчоночки, я уже дома. Сейчас покажу вам, что купила в магазине Магнит Косметик. Тут, в принципе, покупки такие нужные, можно сказать так. Вот такой вот баллон Airwick. Мне, кстати, понравился аромат ежевика, роса и дикий розмарин. Салфетки. И, как я вам показывала, взяла такие средства для стекол. Акция была за 180 рублей 2. Мне не очень нравится, поэтому всегда беру их. Такие, в принципе, покупки. Что касается парфюмерии, косметики, ничего меня как-то не впечатлило. Каких-то прям таких вау-акций я для себя не увидела, поэтому вот. И также сейчас покажу, что купила в магазине Fix Price. Также, наверное, в таком же формате с вами распакуем пакет. Итак, что у меня здесь? Первое, это купила вот такой вот спонж для макияжа, потому что мой спонж уже в не очень хорошем таком состоянии. Раньше они просто были в упаковочках в других спонжах, но надеюсь, что этот будет тоже нормальный. В общем, вот такой спонж. Далее очень меня заинтересовал вот такой вот джем клубника и вишня. Мистер Рико. Тоже 55 рублей, по-моему, он стоил. Взяла. Я дочь купила вот такие мелки. Удобно, что они в ведерке. Классно брать с собой, ходить рисовать на площадку. В общем, 77 рублей, по-моему, стоит. Здесь 16 штук. Это очень выгодная цена, классная. Так, дочь взяла такой коктейль, она любит, с бананом. Вот такую вкусняшку. Вот такое мороженое. А-ля мороженое. Так, далее вот такое вот взяла. Это у нас воздушное суфле, пухлый кролик для кофе.
с ароматом bubblegum. Со вкусом лишь bubblegum. Так, далее, девчонки, взяла себе два вот таких вот продукта для волос. Так, вот один, сейчас еще второй будет, а вот второй. Вот такие вот две маски для волос, потому что мне эти маски нравятся. Это фитокосметика, они хоть и бюджетные, но действительно очень действенные, хорошо они ведут себя на моих волосах, по крайней мере, мне очень нравятся. Первое, это вот такое густое масло для волос, репейное для всех типов волос, глубоко увлажняет и питает. Оно с эффектом биоламинирования. В общем, взяла вот такой вот, потому что действительно волосы прям как после салонного ухода, после этих продуктов. И далее вот этот мне продукт еще заинтересовал. Это маска блеск для волос, уксусная, легкой укладки. Тоже очень интересно. Волос, надеюсь, будет шелковый, классный. Конечно, бюджетные такие продукты по 55 рублей, но они в других магазинах стоят дороже. Выгоднее, конечно, фикс-прайс. Так, взяла вот такой вот сок томатный. Это Сады Придонья, 100 рублей, стоил 2 литра. Здесь томат с солью. Девчонки, кстати, хвалили я видеоролики девчонок, хвалили именно вот этот сок, но мне, в принципе, нравится Сады Придонья. Далее вот такие овсяные печеньки взяла с арахисом. Вот такой вот взяла попробовать. Это пастила Тимоша и халва. Вот, в принципе, все, да. Все покупки мои. Продолжаем влог. Девчонки, еще сейчас вот увидела, вытащила банку, вот такую фасоль взяла, это у нас печеная, запеченная, по-домашнему, с томатом, мне очень нравится иногда, может быть, это, конечно, не полезно, но иногда чего-то такого хочется, вот, такие вот покупки. Девчонки, у мамы тут разбираю небольшую такую часть пробников от Левантов, вот такой вот здесь аромат, пробничек Prada Candy Gloss, также здесь Монталь. Солнце капри маме дарила, когда у меня как раз флакон появился, и маме дарила пробник, чтобы она его разносила. Вот это, кстати, даже не помню, что здесь. Дальше мое любимое вот это платье от Guerlain, синее, Intense, вот здесь пробничек. Так, это у нас Gucci Memoir. Так, что тут у мамы еще есть. Хочу поразбирать, у нее тут проставлять Armand Bassi in Red, это парфюмерная вода. Далее здесь у нас Gloria Vanderbilt. Вот эта карамель у меня тоже есть, у мамы классный прям ароматик. Так, Мюглиер Аура. Далее здесь у нас это что? А, ну вот это. Так, это Good Girl Gone Bad Карлина Эрейра. Кинзо Своник. Далее здесь у мамы это что у нас? А, это Ланком Соледа Кристалл. Джулиет Хезеган Ванила Вайпс. Прям интересно, знаете, большинство вот этих пробников всех маме это дарю, я приношу, а потом мне самой интересно покопаться, посмотреть Gucci Memoir. Сейчас, кстати, навести порядок, прям все пораставлять. Сальвадор Дали Лагуна. Так, это у нас Juicy Couture. Так, здесь у нас дальше пробник. Это Валентина Донна Аква. Это у нас здесь Эйфория Кельвин Кляйн. Это Ди Эйфория. Так, далее здесь Дольче Габбана The One. Так, кстати, я не помню, это женский или мужской вообще. Скорее всего, наверное, женский. Так, и также здесь Изя Ланоид. Вот это ночная Изя. В общем, вот такое. Сейчас буду дальше что-то разбирать, смотреть. На этом же, наверное, буду заканчивать данный влог. Он такой, конечно, получился, может, немного сумбурный. Но, тем не менее, погуляли с вами по Магнит Косметикам. Показала там, что из продуктов приобрела, что из фикс прайса. Надеюсь, вам такие влоги интересны. Буду стараться снимать их чаще. Прекрасного настроения. Встретимся с вами совсем-совсем скоро. И пока-пока.